районе в приемной семье воспитывается ребенок-инвалид с детства Зиганшин Наиль Марсилович с 3 апреля 2002 года рождения. Данный ребенок проживает в приемной семье, имеет статус оставшийся без попечения родителей, так как отец ребенка умер, мама находится в местах лишения свободы. Зиганшин Наиль Марсилович, 3 апреля 2000 года рождения, наблюдается у нас с рождения. Ребенок является инвалидом, ребенок под опекой. Наблюдается у нас с диагнозом в настоящий момент резидуально-органическое поражение головного мозга, врожденная гидроцефалия, состояние после шунтирования и грыжи иссечения, нижний периферический парапарез, нарушение функции тазовых органов с постоянным недержанием мочи и кала. Ребенку после рождения была проведена операция. Сейчас состояние ребенка средней степени тяжести, нуждается в постоянном уходе, в постоянной реабилитации, в реабилитационных центрах по профилю и нуждается в постоянном осмотре специалистами детской поликлиники. А знаете, сколько мне лет? Сколько? 10 лет. Да. А сколько? 11. Потом стало 12, да? А теперь 12. Тебе уже 13 да, лет? Да. А когда у тебя день рождения? 3 апреля было. А, недавно было день рождения. Да. Максим, 7 лет тебе. Спасибо. Вкусняшки тебе. Это холодное, пока не ешь, чуть погреется, поешь. Погреется. Смотри, облако. Спасибо. До здоровья. Это няня. Я тебя могу научить. Хочешь? Чего? Фотографировать. Да. Улыбнитесь. Вообще супер фотограф. Вообще классно. Смотрите. Все, привет. О чем ты мечтаешь в этой жизни? Какая у тебя самая большая мечта? Самая большая мечта – стать фотографом. Ты хочешь фотографировать? Угу. Улыбнитесь все. Давай. Зубы есть? Давай. И... А у тебя есть фотоаппарат? Нет. У тебя нет фотоаппарата? Ну, только не косочкой. Я могу еще сфоткать? Давай. Глазик. Еще один глазик. Глазик. Улыбка. Сколько у вас человек на ней? Так. Сколько вы человек живете? Кружки. Мама. Папа. Настя. Это Настя? Да. Ева. Ева. Лиса. Дядя. Настя, все маленький. И Лиса. И еще я. Нилька, а что тебе в следующий раз привезти? Что ты хочешь? Говори. Значит, ты сейчас сильно загадай. Чтобы у тебя мечта сбылась. Только ты вслух не говори. Загадал. Молодец. Ну все.